Когда нет времени на замес теста, а хочется аппетитных и вкусных пирожков, легко и просто можно приготовить ленивые пирожки. Беру банку сайра и готовлю ленивые пирожки в свежих питах. У меня баночка сайра, которую я сливаю от жидкости, и затем хорошо разминаю вилкой. Добавляю 4 вареных яйца, которые я потерла на терке, и 150 грамм твердого сыра, и затем нашинкованный зеленый лук, у меня небольшой пучок. Все хорошо перемешиваю, добавляю специи, и начинка будет готова. Кстати, она получается очень вкусная. У меня 4 питы, которые я разрезаю на половинки, и затем в кармашек каждой питы плотно укладываю начинку. Из этого количества получится 8 добротных, вкуснейших пирожков. Растопила сливочное масло и хорошо с двух сторон смазываю питы, чтобы впоследствии получилась красивая, румяная, запеченная, хрустящая корочка. Включаю гриль на программу Air Free по умолчанию 200 градусов на 10 минут. Это на 2 партии пирожков по 4 штучки. Так как начинка у меня не сырая, уже готовая, то нужно просто запечь питы, чтобы они были хрустящие, но в то же время не пересушенные. Запекать буду по 5 минут без переворачивания. Закладываю в корзину с отверстиями, и время пошло. Получаются вкусные, очень аппетитные, с хрустящей корочкой ленивые пирожки. Конечно, лучше их есть в горячем виде, когда сыр расплавлен и очень симпатично тянется. Это очень вкусно. И самое главное, что благодаря грилю это очень быстро. Приятного аппетита!